нахожусь в Москве. На метро приехал сюда, то есть здесь метро Киевская. Здесь также находится торговый комплекс Европейский. В общем, моя цель приезда в Москву, во-первых, повидать родных, также для разнообразия, сменить обстановку, получить какие-то новые эмоции. Сегодня у меня большая прогулка по Москве. Вон там, вдали, Москва-Сити. В общем, маршрут такой. Сейчас немного погуляю здесь. Также зайду в торговый комплекс Европейский. А затем уже через этот мост пойду, то есть в центр. Там через Арбат к Красной площади. То есть такой сегодняшний маршрут. В общем, пришел сюда. За моей спиной Красная площадь. Здесь ближайшее метро Охотный ряд. Вон там находится Тверская улица. Ну а сейчас я пойду в ту сторону, то есть через Красную площадь. В общем, здесь такая ярмарка предновогодняя. Там гум каток. Это очередь на вход туда. О, расписание и цены. Посмотрим для интереса. Когда-нибудь я тоже на каток схожу. Продолжаем прогулку по этому маршруту. Новогодняя ярмарка. Спускаюсь в метро. Здесь Охотный ряд.